I know. I'm off the phone, yeah, I know. Или 2 месяца абсолютно не выходило никаких роликов. Мне, знаете, даже было проще выложить что-то ВКонтакте, какую-то информацию, нежели чем снять ее на YouTube. Я не буду отмазываться, что я пиздец как занят. Нет, я большую свою половину времени ебланю за компьютером. В надежде что-то придумать годное, что на YouTube никто никогда не делал. Забиваю хер и откладываю это все в долгий ящик. Влоги, как вы заметили, тоже не выходят абсолютно. Ничего там такого сверхъестественного и мегаэпичного вы там не увидите. А выкладывать то, что выкладывают другие люди, это, я считаю, некачественным контентом. Вот я, блядь, вышел на улицу. Вот я иду записывать влог. Текста, как всегда, у меня нет. Сопли. I know. Так, хорош. Вы серьезно хотите, чтобы я снимал подобные видео? И поэтому канал пока будет простаивать до лучших времен, пока я что-то нормальное не придумаю.